Приветствую, друзья, на связи Артур. В этом видео хочу познакомить вас с новинкой в моем инвестпортфеле, как по мне, бомбовый проект, который стоит вашего внимания. Сегодня разберем, как устроен заработок, какие есть варианты и возможности. Итак, речь у нас пойдет о Space Gift Money. Это проект от известной администрации, у них проект назывался Space Money, работает 9 месяцев, там заработок на пассиве. Здесь помимо пассива есть еще активная составляющая, с помощью которой можно просто бешеные бабки заработать. Старт будет 1 февраля 2023 года, 10 часов по Москве, либо же в 9 часов по Киеву. Сейчас ваша задача разобраться в проекте, подготовить средства и 1 числа залетаем и зарабатываем неприлично большие деньги. Итак, поехали. Space Gift Bot. Это проект, который создан в Телеграме. Очень удобно. Все мы сидим, кликаем в Телеграм, зашел, нажал пару кнопочек и уже заработал. Два варианта заработка. Первый – это на пассиве. Вложил средства и получаешь по 0,8% в сутки. 100 дней работает депозит, заработал 80% чистыми и спустя 100 дней можешь забрать свое тело вклада. 0,8 в сутки – это 24% в месяц, очень даже солидно. Но это не основная тема, которая меня привлекла. Здесь есть так званая дарилка, либо же живая очередь. Это когда люди заходят в проект, друг другу передаривают средства и таким образом зарабатываются очень хорошие средства. Давайте разберем пример. Зашел я в проект, проинвестировал 5000 рублей. Это стоимость входа именно в дарилку, в эту живую очередь. 5000 рублей, я считаю, доступная сумма практически каждому. И с помощью нее можно реально заработать бешеные средства в дальнейшем. Сейчас разберетесь, как это происходит. Итак, я зашел, 5000 рублей проинвестировал и уже ежедневно буду на пассиве получать плюс 40 рублей в день. На протяжении 100 дней это будет 4000 рублей чисто пассив. Но когда я зашел в проект, проинвестировал 5000, я активировал свое место в этой матрице. В живой очереди будет правильно сказано. После меня люди регистрируются и уже дарят деньги мне. Это я зашел, передарил деньги какому-то другому участнику. Новые люди заходят, дарят мне средства. 4 участника заходят и каждый по 5000 делает вклад. Это могут быть не лично приглашенные, просто левые люди, которые заинтересовались этим проектом. Они просто заходят, просто инвестируют и мне дают подарки. То есть вы не должны здесь приглашать. То есть нет такого обязательного условия. Дальше я расскажу, как можно зарабатывать больше, как можно приглашать и так далее. Но вот изначально вы просто получаете подарки. Это может произойти сразу. Вот в день старта 1 числа просто вам насыпет куча бабок. И вы дальше будете двигаться по лестнице. Либо же может произойти через 5 дней, через неделю, через 2 недели. В зависимости от того, сколько людей сюда набежит. А в прошлом проекте данной администрации Space Money, там они платят от 1 до 2,5% в сутки на пассив. 9 месяцев работы, 31, по-моему, тысяча участников в их проекте. Их там рекламировал Амиран Сардаров, всякие Николай Соболя, вот эти ребята с Ютуба продвигали данное направление. Плюс их проект вот этот засветился на СТС. Короче, неплохо так похайпился. И вот сейчас будет новая движуха в Space Gift Bot. Итак, что мы с этого имеем? С тех подарков, что нам сделали, 10 тысяч рублей мы сможем сразу вывести к себе на кошелек. Кстати, здесь есть банковские карты рублевые, как и для пополнения, так и для вывода. Помимо этого, криптовалюта. По-моему, биткоин, лайткоин, эфириум и USDT. По-моему, так. Я пополнял с помощью USDT TRC20. Так вот, с этих подарков 10 тысяч мы можем сразу же вывести к себе на кошелек. А остальные 10 тысяч падают нам на депозит. И мы уже будем получать не 40 рублей, а 120 рублей в сутки. Это наш пассив на все время работы проекта. Потом, внимание, каждого 1 числа нового месяца данная очередь обнуляется, но ваши вклады сохраняются, именно те, которые работают по пассиву. Там зашло в проект 1000 людей, 2, 5, неважно сколько, все заработали на вот этих дарилках, естественно, будут те, кто не заработает, то есть я имею в виду все первые, да, кто там зашли, очень хорошо подняли. Кто позже зашли, чуть меньше заработают. В зависимости от того, какая будет движуха. На одного человека нужно, чтобы 4 пришло и подарило вот эти подарки. Так вот, кому не повезло, тот, кто не получил подарок, он просто получает пассивный доход. И потом проходит месяц, 1 число, новый, и все по новой могут инвестировать. Вы не обязаны по новым делать вклад, вы просто можете получать пассив. Можете снова-таки попытать удачу. И тут кто первый нажмет кнопочку, кого первая система так это расставляет,
тот максимально больше заработает. Итак, каждый месяц. 4 числа января уже запускалась данная очередь. Люди заработали хорошие средства, поняли, в чем суть, разобрались. И вот сейчас на февраль будет уже новая движуха. Я смотрю, подключилась новая реклама, новые блогеры. И чем дальше, думаю, будет больше людей. Теперь еще один момент. Когда вы приглашаете людей в проект, и они делают активацию на 5000 рублей в этой очереди, за каждого вы будете получать 5000 рублей на депозит. 10 человек пригласили, значит, ваш депозит уже будет 50 тысяч рублей. 20 человек – это 100 тысяч рублей депозит. То есть это уникальный маркетинг, уникальная такая плюшка, которая лидеров, да и просто обычных участников будет мотивировать приглашать людей в этот проект. Он зашел, 5 тысяч получает пассив, зашел, занял очередь, и вы получаете 5 тысяч на депозит. Очень крутая штука. Если человек инвестирует свыше 5 тысяч, то вы получаете, допустим, он инвестировал 6 тысяч, то вы с его 1000 получите плюс 10%. Это 100 рублей. Если он инвестировал 50 тысяч, то вы с 45 получите рефералку 4500. Вот такая вот математика. Так что решать вам, приглашать, либо же просто зайти на пассив и занять очередь вместо вот этой дарилки. Двигаемся дальше по презентации. Здесь, в принципе, все расписано, но я вам основную информацию рассказываю так на пальцах, чтобы было понятно. Вот, Миша зашел, ему сделал подарок Олег, Артур, Алина, Яна. Всего депозита 5000 превратилось в 15, 10 тысяч на вывод. 120 рублей в день. То, что я проговаривал. После чего можно перейти на новую планету. Здесь сделано все в виде вот этих планет. Меркурий, Венера и так далее. В первой планете условий никаких нет на приглашение. Но чтобы перейти на следующую планету, нужно уже пригласить людей, минимум 2 человека, которые сделают вклад по 5000 рублей. И уже на Венере вам приходят подарки по 15 тысяч рублей. Как только 4 подарка пришло, 25 тысяч на вывод, 50 уже у вас на депозите и 400 рублей в день. Дальше получают по очереди, кто там был за вами. Вы же, как только выполнили вот эти условия, 2 человека пригласили, переходите на новую планету, это Земля. Чтобы перейти на нее, у вас должно быть 4 человека приглашенных. Здесь по 50 тысяч подарок, уже 200 тысяч будет ваш депозит. Дальше Марс. Здесь вам нужно пригласить минимум 8 человек, чтобы перейти на эту планету. На самом деле условия очень даже приемлемые. И уже начинаются цифры намного серьезней. Это 800 тысяч депозит, 6400 в день, по 200 тысяч рублей подарок, 200 тысяч на вывод вы получаете. И так вот дальше Юпитер и Сатурн, где максимально уже жирные средства, по 3 миллиона подарок на вывод, 12 миллионов рублей депозит до конца работы проекта. И это будет 96 тысяч рублей в день пассивчик. Очень-очень жирно. Суть заработка понятна, теперь давайте перейдем к практике. Как это сделать, что куда нажимать? Ссылка в описании под видео на данный бот, вы к нему переходите. Нажимаете кнопочку «Старт». По-моему, вас попросят подписаться на их телеграм-канал по проекту и решить задачку типа 10 плюс 15, что вы не бот. Вы пишете ответ там 25. Примерно так. Потом пишет, кто вас пригласил, будет писаться Артур Ноус. Нажимаете «Подтвердить», да, я пригласил. Далее нажимаем кнопочку «Меню». У нас высвечивается взлет, инвестиции, кошелек, о проекте, инструменты, техподдержка. Наша задача нажать кошелек, после чего оплатить вход заранее, это именно до 1 февраля. Выбираем банковская карта, это рублевые, можно любой банк абсолютно с любого делать перевод. Сбер, Тинькофф, неважно откуда. Либо же криптовалюта, выбирайте биткоин, лайткоин, эфириум, USDT. Высвечивается адрес, вот он. На него нужно делать перевод вот, до копеечки. У меня только последние 2 числа они прописались. А вот эту всю сумму копируем и переводим. Видим сеть TRC20. Если у вас нет кошелька Tronlink, я оставлю видео, где ознакомиться, как зарегистрироваться, как пользоваться. Я вот сделал перевод. Нажимаем на сумму. И здесь копируем хэш транзакции. Его мы копируем. Либо же делаем скриншот. И уже администратору нужно отписаться, что вы совершили платеж, потому что это нужно подтвердить. По-другому вам средства не зачислят на данном этапе. Нажимаете на профиль, скидываете, что «Здравствуйте, я пополнил счет, вот хэш транзакции, либо же просто скрин». И тогда мы занимаем место в очереди. А если вы это видео уже смотрите после 1 числа, то просто нажимаете кнопочку «Взлет». И у вас также покажет номер кошелька, куда переводить средства. Переводите и потом нажимаете «Сделать подарок». Это уже после 1 февраля. Сейчас мы ни в коем случае не нажимаем «Сделать подарок», потому что ждем обнуления очереди. Это будет 1 числа. И вот старт в 9 часов по Киеву, в 10 по Москве. Только после старта, после того, как вы уже поняли, что очередь обнулилась, тогда уже делаем вот этот подарок. Таким образом, мы занимаем место в очереди и участвуем в дарилке и получаем пассив.
Также есть вот кнопочка «Инструменты», вы можете калькулятор, реферальную ссылку, презентацию, вот скачать, посмотреть то, что я вам открывал, все прочитать. Кнопочка «Вернуться», то есть можно побегать, посмотреть, что как, вот видеоролик, система дарения, реферальное вознаграждение, все как полагается, техподдержка, если возникают какие-либо вопросы. Теперь давайте немного подведем итоги, что мы имеем. Проект от успешной администрации, 9 месяцев работа, это очень круто. Сейчас новый проект, в котором получаем пассив, и есть возможность вот этой дарилки. Если вам не повезет, вы просто получаете пассив. Это очень круто, потому что раньше в проектах бывает такое, что ты зашел, повезло, занял хорошее место в очереди, заработал. Если не занял, то как бы ждешь, день, два, неделю и так далее. А здесь по-любому ты получаешь пассив. Это круто. И каждый месяц по новой можно вот это закидывать. Один человек, 5000 рублей и в бой. Приглашаем людей. За каждого приглашенного по 5000 на свой депозит. Из каждого человека получается по 40 рублей в день добавляется пассива. И так до конца, пока будет работать проект. Что касательно Space Money, ребята занимаются арбитражем криптовалюты, то есть купили дешевле на одной бирже, на другой продали подороже. Эта тема весь вот это лето постоянно была актуальна, куча связок, на какой бирже, на какую банковскую карту вывести, как прокрутить. Вот ребята этим занимаются в Space Money. И за счет того, что мы инвестируем средства, у кого-то есть миллион, он закинул и просто получает пассив. Вот с января месяца, по-моему, 4 миллиона с копейками уже здесь крутится в этом проекте. Если возникают какие-либо вопросы, не стесняемся, пишем мне в Телеграме. Артур, объясни, не понял то, расскажи, что как. Без проблем, всем отвечу, так что ссылочки все в описании, переходите, подписывайтесь. Вот мой Телеграм-канал, здесь информация появляется в первую очередь. На этом все, надеюсь, был полезен, интересен, с вас палец вверх и до скорых встреч в новых видео. Пока!